Music Awards News. Новини про шоу-бізнес та його секрети. Да, это именно мы достаем скелеты из шкафа украинского шоу-бизнеса, чтобы узнать, почему эти скелеты до сих пор популярны. И це ж твоє улюблене заняття. Юрій Третяк. И Виктория Батуї, моя муза. Далі у програмі. Я же боднуть могу. Як виглядали зірки на модному показі Андре Тана? Я оделся сьогодні безвкусно, но этого все равно ведь никто не заметит. Хто знімає кліпи найпопулярнішим артистам країни? У нього є талант увидеть все так наизнанку. Лайфхаки від хореографа «Время і стекло» та Потапа і Насті. Нога длиннее будет, когда ты будешь отставлять попу назад. M1 Music Awards – це єдина в Україні церемонія, де крім артистів нагороджують ще й професіоналів, які працюють за кадром. До них належать і кліпмейкери. Як же я благодарен этим людям за роботу, ведь порой без картинки і відео просто невозможно понять, о чому пісня. Кого з режисерів порівнюють із сукнею від Шанел і які кліпмейкерські фішки нині у тренді – дізнаємося далі. Настоящие боги всегда остаются за кадром. Надарма артисты называют режиссеров своими богами. Адже какие бы хитовые песни они не выпускали, без крутого видео потрапить в эфир М1 неможливо. Найкращого кліпмейкера визначають одноименній номінації професіональної церемонії M1 Music Award. А кто? Как не він? Гений, невероятный. Балан Бадуев – это как, знаете, платье от Шанель. Обязательно хотя бы одно, но должно быть. Все, к чему прикасается Балан Бадуев – это уже бренд. Это уже тренд, это красота. Он царь. За 15 років Алан Бадоїв зняв більше 250 відео, а минулоріч отримав нагороду найкращого кліпмейкера від М1. Шанси знову отримати статуетку збільшують одразу дві роботи – «Послідній літній день» Макса Барських та «9 жизней» Тетяни Решетняк. Та такі різні роботи, що невозможно себе виділити. Ось це краще, ось це цікавіше. Кліп Макса мені дуже близок, він був достатньо складним в реалізації. «Ледяной океан». Просто настолько ледяной, что ноги синеют буквально через 10 минут после того, как ты находишься в воде. Хороший прием там был применен с затемнением неба. В этом есть какой-то почерк, какое-то видение. Когда я увидел этот клип, я был безумно восхищен Аланом и его умением постоянно развиваться и открывать себя по-новому. У клипе «9 жизней» режиссер зосередився не на спецэффектах, а на новому образе співачки. Это вообще с ног на голову, да, это новый портрет. Меня никто не видел даже не в этом образе, а такую, как я есть на самом деле, то, что увидел во мне Алан. Сначала он снимал как-то в одной стилистике, а вот сейчас он как-то начал разнообразить и полностью под каждого артиста делать свою историю. Бадоевские клипы все, которые он сделал в этом году, тоже очень достойно. Мне уже лучше не давать ничего. В принципе, пусть что-то возьмут люди, которые тоже делают. Хоча Леонід Колосовський не може похвалитися сотнями відеокліпів у портфоліо, на його рахунку сотні мільйонів переглядів у Ютубі. А поборотися за перемогу в професійній премії М1 він може з двома кліпами для гурту «Время і стекло». Я бы сказал точно, что ни с кем, кроме Леони Колосовского, мы бы не сняли такие клипы. Он знает нас как облупленных, наши фишки, позитивные, негативные стороны. И благодаря этому он правильно раскрывает все наши грани в клипах. Клипмейкером года должен стать по-любому Леонид Колосовский. Они молодые ребята и заставляют в такт нас всех двигаться, расслабляться, танцевать, чувствовать себя молодыми. Сейчас пока нам нужно подчеркнуть їх енергію. Буде дуже хороша конкуренція Алан Бадоєв і Колосовський. Не довіряє іншим режисерам продюсер «Лободи» Нателла Крапівіна. Кліп «К чорту любов» став уже п'ятою відеороботою, яку вона зняла для своєї підопічної. Она решает, с кем ей работать, с кем ей снимать клип. Если она захочет с кем-то попробовать, я буду только за. С меня просто упадет огромная гора. Она самая крутая, потому что она меня чувствует, потому что мы вместе придумываем с ней идеи, разрабатываем. После я монтирую все клипы. Очень хорошо у них получается. Лобода со своими клипами, они один в один всегда хороши. Я могу конкурировать с ними, и они могут конкурировать с нашими работами. Как Света там круто дерется с главным героем. Нателла Крапівіна, шикарный режиссер, все круто придумала. У нее дар еще, режиссура сумасшедшая. Если победит Лобода и Нателла как режиссер, мы будем очень рады за них. Має всі шанси потрапити до номінації найкращого кліпмейкера і молода режисерка Таня Муїньо. Після двох відео для Монатіка працювати з нею бажають не лише зірки, а ще й її конкуренти. Мені дуже імпонує те, що робить зараз Таня Муньо. Я би з удовольствием з нею поработав би. В такій колаборації ми могли б створити щось дуже цікаве. У неї є талант побачити все так наизнанку. Вона може найпросту річ показати непросте. Вона не хватається за все, вона береться за те, що вона може побачити. Вони зняли Одесу так, кружити. Я не знаю, хто так показав цей міст за останнє час. Якщо цей кліп побіде, то будемо вважати, що Україна дуже продвинута в плані кліпмейкерства.
Чиї кліпмейкерські фішки визнають найбільш виграшними? Дізнаємося на професіональній церемонії напередодні M1 Music Awards. Міла Єремєєва теж не проти попрацювати з кліпмейкерами, про яких щойно йшлося. Але поки наша колега вирішила взяти майстер-клас у хореографа гуртів «Время і стекло», «Мозги» та «Потапа і Насті». Главное, щоб Міла не танцювала, як Потап. А це як? Да в том-то все і діло, що ніяк. Як називають ці фірмові рухи Потапа і які танцювальні лайфхаки використовують зірки, знає Міла Єремєєва. Сьогодні у клубі будуть танці, танці, танці. Наглим образом ворвалась на кастинг танцоров для групи «Время и стекло». Ну і рішила для себе заодно присмотреть на будущее уже в свой балет. Кого лучше брать мне в балет? Девочки всегда не помогают как бы красоту женскую почерпнуть. Мальчиков, если ты хочешь больше привлечь женскую аудиторию к себе, им-то интересно на тебя посмотреть, но если еще тела сзади мужские, то понятно, что девчонкам будет интересно. Что модно сейчас танцевать артистам? Какие движения они выбирают? На кого ориентируются? Например, молодые, молодежные, они берут молодежные тенденции, да? Но не будешь София Ротару выходить и тверк танцевать. У каждого поколения своя тенденция, своя мода в танце. В Америке очень популярны социальные танцы. Это когда люди вот на Ямайке, они придумывают постоянно степы, приходят и просто делятся. У них такая вот тенденция, они все развиваются. То есть у нас, я думаю, социальные танцы – это задаст Потап. Потому что то, что у него в голове, то, что у него изнутри получается, они действительно, эти движения, думаю, в скором времени станут социальными. Хорошо получают танцоры. Сколько нужно мне отложить денег для того, чтобы оплатить их труд? Чем ты больше заплатишь, тем у тебя больше есть возможности взять более профессиональных. Или же взять менее профессиональных, меньше заплатить, но растить их вместе с собой. Нас же звездам не сразу платят там мега-гонорары. Предлагаю приступить к практике. Мне посоветовал твой коллега по цеху, клипмейкер Леонид Колосовский, что я могу быть мухой или личинкой. Первое правило сцены – это уверенность. Что такое уверенность? Уверенность – это грудная клетка. То, что мама подарила. Да. Плюс растяжечка. Значит, смотри, поднимаем плечи, а то нужно такую кожу. Поднимаем плечи назад и вставила их вниз. И запомни, нога длиннее будет, когда ты будешь отставлять попу назад. А я так втяни в себя. Видишь, у тебя ножка такая короткая сразу стала. Так. Вот обманочка, вот так вот вышла на сцену, да, раз, растянулась. И вот так вот позвоночник болит, не болит, прогибом держишь, потому что что? Ноги у нас длинные. Ноги-то длиннее надо сделать. Муха завлекает к себе. Крылышками. Да, крылышками. Теперь встала, а теперь попроси всех, чтобы за тобой повторяли. Глазками, да? И та-та-та-да, и вы та-та-та-да. И пошла. Я как Кашпировский уже. Нет, подожди, ты муха. Ты вот не меняй, смотри, не меняй. Да. Самое главное выдержать образ до конца. Да. У тебя пошла ручка, но она должна быть как крылышко. Видишь, у тебя она по-другому стала. Я тоже не звони, не звони. Все оплатил мой близкий родственник Георгий. Он у меня классный, добрый, но строгий. Давай, разбивай чужие мечты, чужие мечты. Хотя не психуй, одиноким остаешься ты, остаешься ты. Муха умерла. Я в личинку ушла. В личинку. Днями украинский бумон зібрався на незвичайний модный показ. Очень интересно. Ведь мода – это мир неведом многим украинским артистам и некоторым дизайнерам. Впевнена, ти не про Андре Тана? Український дизайнер із розмахом відсвяткував 15-річний ювілей свого одноіменного бренду. Фантастическая коллекция. Только не спрашивай, что новенького я себе выбрал из носочков. Ни для кого не секрет, что мода требует жертв. И сегодня именно здесь все жертвы моды собрались в одном месте. На показе Андре Тана. Только я мог вот так беспардонно подойти к Андре Тану, пока он разговаривает с другими людьми, и сделать селфи. После того, как вы начали одевать Ольгу Полякову, она стала в первом эшелоне шоу-бизнеса. Правда ли это?
Мне казалось, наоборот. Но раз он хочет так... Подождите, давайте перепишем. Секрет популярности Андре Тана. Оля Полякова, лицо бренда Андре Тан. Да, именно так. Хорошо, что вы исправились. Я то хотела уже вас боднуть. Во многих магазинах, кроме ваших, манекены одеты лучше, чем сами люди в этой одежде. Люди просто боятся носить яркую одежду, чего нельзя сказать о клиентах Андре Тан. Вот видите? Ну, на таком теле даже из Ашана одежда смотрелась бы. Ну и чтобы как-то подчеркнуть модность, стиль, дизайн, фэшн всех гостей, я оделся сегодня безвкусно. Но этого все равно ведь никто не заметит. Я бы, наверное, снял все-таки носки, одел бы на босы ногу. Давайте сразу снимем, ладно? Так лучше? Да, так мне намного больше нравится. Так моднее. Как говорится, деньги не пахнут, но в данном случае носки не пахнут, потому что на них зарабатываются деньги. Кто-то скажет безвкусно, кто-то скажет, что так одеваются только в селе Украинка. Но в нашем случае, если надпись «Атан» на носках, то можно даже и модные джинсы заправлять. Если еще никто не понял, то я под прикрытием камеры просто бесплатно получил носки. Что сегодня на вас? На мне вещи. А рядом со мной, кто бы вы думали? Девушка, которой весь левый берег будет обязан в этом году отстоять в пробках. Вы по масштабу личности, как два Дорна, пол Монатика и три Лободы. Если звезда может над собой посмеяться, она чего-то стоит. Ой, боржать над собой – это любимое. Андре Тан помогает украинским артистам хорошо выглядеть. Как жалко, что Андре Тан не занимается хореографией и вокалом. Цены бы ему не было. Ну и так цены нет. Господи, 3000, я вас умоляю. Вы сегодня один из немногих, кто оделся по дресс-коду. Да. Ну я знал, что это связано с одеждой, поэтому решил быть неоригинальным и оделся. Где вы пригласительный взяли? Там есть еще один вход рядом, с которым не нужно пригласительный. Вот откуда все эти люди. Оно называется «Окно». Я первый в мире ведущий, который берет интервью у спины Ольги Поляковой. Оля Полякова очень талантливая певица, с какой стороны не посмотри. Точно. Вы только что разговаривали с вашей спиной, потрясающе. Как она вам? Очень, очень сногсшибательно. Она многословна сегодня. Были ли у вас такие случаи, когда вы приходите на выступление или на светскую тусовку, а кто-то еще в кокошнике? Кто посмеет? Плагиат – это нормальная норма в украинском шоу-бизнесе. Я же боднуть могу. Я просто заметил только что Катю Осадчу и думал, ну не дай бог. И шо? Нет, она сегодня в шлеме с хвостом конячим. Что нового? Я родила. А у вас? Она родила. А давайте вместе крикнем. Мы любим Андре Тана! Мы любим Андре Тана! И Андре Тана мы любим. Очень. Да, поете так же синхронно, надеюсь. Мы любим Андре Тана. Меня вообще-то Юра зовут. Секунды назад закончился показ. Первое впечатление. Как вам? Как-то все так быстро. Купили бы что-нибудь? Снимаю узоры. Плагиатить пришли. Как вам коллекция? Очень-очень. Все такое новое, очень замечательно. Было бы странно, если бы вещи были поношенные. Конечно, все новое. Свою любимую хотел бы видеть в Андре Тане? А, прости. Свою любимую хотел бы видеть в одежде от Андре Тана? Почему бы и нет? Готовишься ли ты как-то особенно выстрелить на премии M1 Music Awards в этом году? Если M1 оценит наши старания, мы будем очень рады. Мы — это большая команда монатиков. Монатиков. Большая команда монатиков. С сегодняшнего дня по курсу монатик равняется полтора Дорна. Какие твои любимые бренды? А можно называть, это не будет считаться рекламой. Я тебя умоляю, с каких-то пор Бершка это... Рынок центральный, рынок северный и южный. Показ как показ. Люди в одежде походили, мы посидели, посмотрели. Показ мирового уровня, европейский. Ничего, что здесь цветы воруют. M1 Music Awards Chart – унікальний проєкт. Щоразу його ведучими стають популярні артисти. Віка, ти уверена, що іменно артисти? Ведь в этот раз було замечено кое-что странное на каналі. І я зараз говорю не про наш шоу-бізнес, який без того странний. Я серйозно. Юр, мабуть, хтось вже готується до Хеллоуіну. Наші селебрітіс. Глядя на них, таке впечатлення, що вони кожен день празднують Хеллоуін. Кстати, Віктош, а ти, случайно, не на метлі сьогодні на роботу добиралась? Конфеты или смерть? Музыка очень крутая музыка. А если честно, не забудьте посмотреть новый выпуск M1 Music Awards Chart. Будет страшно интересно. Потап и Настя, Вера Брежнева, Монатик, Лобода, Наталья Могилевская. Иван Дорн, «Время и стекло», Quest Pistol Show, Оля Полякова, Алексеев. Тина Кароль, «Мозги», Макс Барских, Тик, Татьяна Решетняк. Усі вони готують феєричні виступи на M1 Music Awards. У минулому випуску ми пообіцяли віддати квитки тому, хто правильно вгадає нову зіркову п'ятірку.
Та-дам! Мы готовы озвучить эти 5 суперзвездных имен, но пока этого не сделаем, ведь никто их не угадал. Саме тому продовжуємо конкурс ще на один тиждень. Пиши свій варіант під постом цієї прямої трансляції у Фейсбуці. Подсказка. Не називайте імена, які ми тільки що озвучили, ведь на кону 2 білета на самое грандіозне шоу года. Побачимося рівно за тиждень. До зустрічі! Пока! До церемонії M1 Music Awards залишилося 49 днів, 22 години, 45 хвилин.